Спортивный азарт и юношеская энергия дали взрывной результат. Ни один период не обошелся без удалений. Каждая команда старалась найти слабое место противника и реализовать как можно больше голевых моментов. Наши соперники сегодня Рубин Кузнецк, довольно-таки неплохая команда, но выигрывать можно, только тактически, потому что если начнем их душить, то они потеряются и начнут волноваться. В первом периоде саровчане не смогли сдержать напор соперников и пропустили в свои ворота 3 шайбы. В перерыве ребята вместе с тренером обсудили ошибки и проработали тактику на второй игровой отрезок. По совету тренера ребят укрепили защиту и усилили нападение, благодаря чему забили 2 гола в ворота Рубина. Более увереннее себя стали чувствовать. Самые основные ошибки – то, что не держим игроков, медленно бегаем и в основном не понимаем друг друга. Игроки Рубина также сдаваться не собирались. Пропустив 2 шайбы во втором периоде, кузнечане сменили тактику, усилив зону защиты. Ребята старались не просто победить, но создать максимальное преимущество по очкам. Надо выгрызать это время, больше забивать и реализовывать свои моменты. Просто нужно играть в свое удовольствие, любить хоккей, играть по игре. В третьем периоде рубиновцы забили в ворота нашей команды еще 3 шайбы. Саровчане не смогли сократить отставание. Команда «Рубин» победила со счетом 7-2. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».